Команда Маска. Книга власти. Благословенная книга власти, хранительница древних тайн, укажи нам путь. Кто вы такие? Мне нужна книга власти. Где она? Здесь такой нет. Ее вообще не существует. Включи стилеты. Вас поразят проклятия веков. А теперь настоящий удар. Наконец-то! Книга власти моя! Эй, вы! Ничего себе! Это же были парни Венома! Воры! Они украли мою книгу! Остановите их! Попробую перехватить их. Я не сберег книгу. Эта книга приведет нас к идолу и сокровищам древнего города, которые стоят миллионы. Я сделал все, чтобы она не попала в чужие руки, и поможет мне вот эта маленькая штучка. На карту поставлено слишком много, так что лучше перестраховаться. Эй! Монах из книжной лавки! Как ему удалось выбраться? Что? Не может быть! Стойте, верните книгу! С дороги! Отнесу-ка я ее Мэтту. Мы должны вернуть книгу. Спасибо, мистер Тракер. Это будет отличным дополнением к выставке. Не за что. Знаешь, что я привез? Смотри! Это пицца с пепперони. Особая пицца, как вы заказывали, сэр. Еще раз спасибо. До свидания. Мэтт, можно тебя на минутку? Подожди, подожди. Здорово, пицца! Ура! За ней охотится Веном. За пиццей? Да нет! Вот зачем! Это настоящий эгоизм! Забрать всю пиццу себе!
Давай проверим ее на сканере. Эта книга – доказательство существования могущественной империи Монг-Пако. Легенда гласит, что город Монг-Пако таинственно исчез с лица земли 1500 лет тому назад. Над городом возвышался украшенный самоцветами идол высотой с трехэтажный дом. Считается, что идол охраняет город ловушками. Идол, покрытый самоцветами? Ничего себе! За ним, видно, и охотится Веном, так что нам пора собирать команду. Подберите агентов для выполнения данной задачи. Хондо Маклейн, разработчик стратегии и тактики. Кодовое имя Фейерверк. Алекс Сектор, эксперт по информационным технологиям, ученый-исследователь. Брюс Сато, инженер-механик. Кодовое имя Носорог. Брэд Тернер, мотоциклист и пилот вертолета. Кодовое имя Кондор. Бадди Хокс, эксперт по маскировке, разведчик-исследователь. Поехали, Дасти. Ты готов? Спрашиваешь. Я тоже хочу пиццу. Подожди меня. Это не смешно. Я ввел координаты в систему слежения. Скоро книга власти снова станет моей. Химический анализ показывает, что книга содержит необычные органические компоненты. Какие компоненты? Пепперони и двойной сыр. Электронные компоненты находятся в переплете. Монтажная плата имеет форму B100. Похоже на систему слежения Венома. Опасность. Противник приближается к штабу Маски. Предлагаю разрушить их поисковую систему. Слишком поздно. Они уже близко. У нас нет выбора. Подготовиться к обороне. Похоже, нас здесь ждали. Приготовиться к атаке. Получу эту книгу любой ценой. Развернуть силовое электронное поле. Откуда здесь эта пыльная древняя книга? Ух ты! Что это было? О чем это ты? Ты ведешь себя странно. Гора, пошли к ней. И говоришь странно. Гора ждет. Идем скорей. И вообще ты странный. Эй, система слежения зафиксировала движение. Все, им конец. Ха-ха-ха-ха, мы камня на камне от них не оставим. А теперь на поиски книги. За мной!
Голограмма Брэда ввела их в заблуждение, да, Мэтт? Но это так странно. Почему они ушли? Да, ведь они охотились за книгой. У камня давай налево. Не нравится мне это. Кусты, поверни направо. Налево, направо. Прямо как солдат. Заблудившийся оловянный солдатик. Я не заблудился. Это ты так думаешь? Нам надо туда. Не хотел бы я оказаться в таком месте. Прямо рот какой-то. И как будто кричит от ужаса. Кошмар. Это не рот. Это вход в Монг-Пако. Пошли внутрь. Я тоже Монг-Пако. Идем. Я чувствую, что должен был прийти сюда. Но зачем? Ой! Внутри этой горы должна быть полость. Проделать в ней ход. Не понимаю, куда могла исчезнуть книга? Парни из Венома не могли попасть сюда. Видеосигнализация активирована. Я просмотрю запись. Скотт? Похоже, он в каком-то трансе. Понятно, почему Веном так легко сдался. Они получают сигнал. Скотт идет прямо в ловушку. Да, компьютер уже зафиксировал сигнал. Тогда вперед. Он идет из-за этой двери. Вы это ищете? Сигнал исходит из глубины горы. Звуковой сканер показывает, что гора внутри полая. Тогда Скотт должен быть внутри. Но где вход? Какая разница, если у нас есть бластер с антивеществом? Отлично, Брэд. Все за мной. Надеюсь, мы найдем Скотта первыми. Потерянный город Монг-Пако! Главное — найти Скотта. Осторожно, ребята. Помните, что легенда говорит о ловушках? Нет! Песок! Я возьму это на себя! Лазер, огонь!
Давайте разделимся. Пусть Веном поработает. Осторожно, парни. Здесь что-то не так. Что? Я ждал чего-то в этом роде. Я знал, это бесполезно. Лазер! Огонь! Бластер, выстрел! Бежим из этой ловушки! Да, и побыстрее! О, пронесло. Так, еще никто не унижал меня. Я готов расправиться с теми, кто похитил мою книгу. Прости, Майхэм. Ты будешь иметь дело с нами. Световой поток! Лазер, огонь! За ними. Вот бы за что-нибудь зацепиться! Камень! Спектральный лазер. Они вернулись. Задержите их, пока я ищу книгу. Надо найти Скотта раньше них. Включи систему защиты. Мой гипнотический луч задержит их. Пора пугалу прогнать лисицу. Фокус-фокус. Маска, огонь! Нет! Сматываемся. Но вы еще не знаете, на что я способен. Погодите, маски! Папа! Папа! Скотт? Скотт! Где ты? Мы здесь! Не волнуйся! Все в порядке! Скотт, осторожно! А это мой новый друг. Да, этот парень монарх. Не монарх, а монах. Многие века потомки Монкпака искали свой потерянный город. Считается, что книга власти – ключ к разгадке этой тайны, но пока мы не можем разгадать ее. Когда я листал ее, то впал в состояние транса и пришел сюда. Примите нашу благодарность. Нашу? Вы не один? Да, нас много. Ничего себе! Не может быть! Сначала мы решили, что вы пришли с дурными намерениями, как человек по имени Мейхэм. Но когда вы прогнали его, мы поняли, что вы и другие. Но как вам удалось вызвать камнепад на дороге? Братья сдвинули большой валун. Мой посох! Где он? Он стоял здесь. Положи на место! Дай поиграть. А что, хорошо, я верчу палку. Ух ты! Невероятно! Это легендарный идол Монкпако. Легенда стала явью. Вы теперь наш правитель. Вы
По легенде, тот, кто найдет идола, должен стать нашим правителем. Я, да. Хотя, может, это не тот случай. Спасибо, что согласился поехать со мной в музыкальный магазин. Пожалуйста, не забудь пристегнуться. Но магазин всего в нескольких кварталах отсюда. Это не важно. Ты разве не знал, что большинство аварий происходит в нескольких кварталах от дома? Впервые слышу. Садясь в машину, я всегда пристегиваюсь. Безопасность превыше всего. Композиторы Шуки Леви и Хайм Саван. Режиссеры Бруно Бьянчи и Бернард Дейрис. Fox Kids.